Я поступила в академию в 1992 году. Это был большой курс. У нас было более 100 человек, полноценный курс. Мы до сих пор многие общаемся. Многие мои одногруппники в органах государственной власти. Кто-то остался здесь, в академии. Кузнецова Лена Владимировна, моя одногруппница. Первый наш декан, первый декан, наверное, УРАКСа, это Гарипов Рафик Садыкович. Нас связывают очень хорошие дружеские отношения. И сложились, наверное, они в первый момент такого знакомства с Рафиком Садыковичем. В сентябре 1992 года мы решили пошутить с одногруппниками. Но в связи с тем, что от школы, видимо, еще не отошли, и на некоторые семинары не знали, что нужно ходить, мы замазали зубной пастой расписание. Скандал был ужасный. То есть планировалось в тот момент отчислить всю группу. Но нам, видимо, повезло, и руководство и наш декан тогда были более демократичны и сделали нам последнее китайское предупреждение. А вообще 92-й, 93-й, 94-й годы у нас были, я бы сказала, очень веселые. То есть, наверное, так как мы, сейчас студенты не учатся. Студенты занимаются, у нас было в основном веселье. Это были и КВН, это были и капустники. Наверняка все помнят танец профессора Ершова «Кан-кан». Издавалась газета, сейчас, наверное, студенты они не знают, не слышали. Это газета «Нота Бен», «Наши вести». Большая часть жизни, 19 лет, у меня связана именно с этой академией. Как я пришла сюда студенткой в 92-м году, так до сих пор остаюсь в этих стенах, уже будучи директором Центра дополнительного профессионального образования.